Тем временем в Киеве уже не скрывают фактов массового дезертирства из украинской армии. В интервью «Украинской правде» главный военный прокурор страны Анатолий Матиус признал, что военнослужащие, которых отправляют на Юго-Восток, бегут оттуда целыми батальонами, не подчиняясь приказам командования. Причем это и кадровые военные, и недавно призванные на службу новобранцы. Масштабы бегства Матиос называет колоссальными. По его словам, уголовные дела расследуются в отношении более 16 тысяч солдат и офицеров. Среди них даже есть генерал-майор. В настоящее время следователями военных прокуратур расследуется 5870 уголовных дел о преступлениях, которые совершили 16598 военнослужащих. Особенно обидно, что у нас появились факторы дезертирства не только среди рядовых, но и генералов. Только что в суд по факту дезертирства направлен обвинительный акт в отношении генерал-майора службы внешней разведки. Как сказал главный военный прокурор Украины, основная причина массового дезертирства – психологическая неподготовленность солдат. Поэтому, по его словам, на месте боевых действий у них вполне возможно проявление ограниченной вменяемости.